Германская вакцинационная комиссия разрешила делать бустерную прививку от коронавируса с 12 лет. Раньше ревакцинироваться можно было лишь с 18. В настоящий момент в ФРГ две дозы вакцины получили чуть более 70% населения, а бустерную прививку сделали 45%. Исследователи из Вашингтонского университета пришли к выводу, что ни в одной другой европейской стране нет такого количества карантинных правил в отношении коронавируса, как в Германии. Из 24 правил, выявленных исследователями, 20 действуют в ФРГ, по крайней мере, на региональном уровне. Одна из причин, по которой Германия оказалась на вершине рейтинга – локдаун в Саксонии, который был объявлен в конце ноября и продолжается и по сей день. Германия получит более 30 миллионов доз вакцин от коронавируса. По сообщениям Минздрава страны, поставка должна быть после 24 января. Большую часть составят вакцины от американской компании Moderna. Между тем, из-за роста новых случаев вируса, ФРГ грозит дефицит тестов на ковид. По словам руководителя кризисной группы Карстена Брейера, лаборатории уже на пределе. К другим темам. Российские палеонтологи обнаружили в Германии отпечаток древнейшего комара. Находка поможет понять, как выглядели предки современных насекомых. Немецкого комара назвали в честь автора находки, российского ученого Алексея Башкуева. В берлинском зоопарке новый житель – редкий суматранский тигр по имени Дже-Дже. Он составит пару суматранской тигрицы, которая в прошлом году потеряла своего партнера. По подсчетам экспертов, сейчас во всем мире насчитывается всего около 400 этих хищников. Они прекрасные пловцы и семьянины. Суматранские тигры остаются самками, пока тигрята не станут подростками.